ошибка. Маркос. 2-1. Все по делу. Вы знаете, все совершенно по делу. И должно было случиться раньше. На самом деле, Атлетик просто лучше сегодня играет. Конечно, здесь не без доли везения. То, что мяч просочился через Хави Вараса. Ну вот, Эмир Спахич привез себе этот гол. Ну что, надо признать, что в тактическом смысле сегодня, в общем-то, победу одерживает Бьельса, по крайней мере, пока. Севильская атака, в общем-то, ничем себя не проявляет пока. Абсолютно растворяется.